Ты когда-нибудь видел, как прыксы делают зарядку? Как они подпрыгивают на своей толстой ноге с огромной ступней? Как задорно при этом вздрагивает их хохолок? Как они прямо с места, не разбегаясь, прыг-скок и на крыше своего домика, прыг-скок и на крылечке? А как они принимают душ по утрам, наливают в большой таз холодной воды и, ух, эх, прыг в самую середину и скок изо всех сил еще раз и брызги во всю сторону. Ух! Но потом они, конечно, вытираются полотенцем, вытирают на полу все лужи, выливают воду и отправляются на кухню есть свои любимые макароны с сыром. И вот так делают прыксы. По крайней мере, мой хороший друг Табри Прыкса делал так каждое утро. Но когда он отправился в путешествие, распорядок дня пришлось немного изменить. И ведь не мог же он взять с собой свой домик, чтобы попрыгать на его крышу, или свой любимый тазик, чтобы устроить около него много брызг. И как же он теперь делает зарядку? Не хотите ли отправиться со мной и взглянуть? Крепко спать и сладко, а потом скорей вставать, ждет тебя зарядка. Прыгать выше головы и скакать присядку. По утрам приятно всем выйти на зарядку. Упражнения свои делай по порядку, не ленись и не шали, выполняй зарядку. Прыгать выше головы и скакать присядку. По утрам приятно всем выйти на зарядку. Хорошо. Жаль, что нет макарон с сыром. Ну да ничего, я и грибочками жареными подкрепиться могу. Здравствуйте. Приятного аппетита. Здравствуйте. Не хотите ли грибов жареных? Подходите. Вот, угощайтесь. Спасибо. Очень грибы у вас вкусные. Вы, я вижу, Прыкса. Прыкса. А зовут меня Табри. А вас как? А я Плямпус-путешественник. Путешественник? Вот здорово! А я тоже путешественник. Очень приятно познакомиться. А вы зачем путешествуете? Как зачем? Мы, прыксы, всегда путешествуем. А, значит, просто так, без цели. А вы что, с целью? С целью. С научной? Ух ты! Хочу, понимаете, добраться до самого конца Земли, края, значит, и заглянуть, что там за этим самым краем. Ух ты, здорово! А далеко он, этот край? Да вот мне кажется, что уже не очень далеко. Вон там, поглядите, камни, какие-то обломки скал, нагромождено, понимаете, напутано, понимаете. А за ними ничегошеньки не видно. Вот, наверное, там и находится самый край Земли. И вы туда идете? Да. А можно мне с вами поглядеть, что же там в самом деле за краем Земли? Да чего интересно? Да пожалуйста. Я очень буду рад попутчику. А то, знаете, одному даже как-то страшновато.
вдруг свалишься за край. А поймать-то тебя и некому. Ура! Ну что же, попрыгаем? Вперед! Путешественник всегда, если настоящий, не боится никогда встречи предстоящей. Ни с опалом, ни с бургой, ой-ой-ой, ни с дождем, ни с градом. Путешественник всегда, да-да-да, только рад преградам. Оу, бля! Ох, и ко мне здесь наворочено. Я-то перепрыгну. А вот как вам залезать, ума не приложу. А впрочем, есть у вас веревка? Да вот где-то здесь была. Ага, вот она. Вы ей обвяжитесь. Я запрыгну на камень, а потом вас втяну. И так с камня на камень мы и доберемся до самого края. Так, так, прыг, скок. Тяну, держитесь, кряча! Ой, да нелегко будет нам, чувствую, добраться до цели. Ничего, доберемся. Ого, дыра. Нет, молодой человек, это не дыра, а вход в пещеру. Ага, попался, голубчик, из тебя сварю-ка я супчик. Прыгай, спасайся! Здесь живут тролли! Прыгся? Не с места. А то я твоего приятеля прямо с сырым пополам раскушу. И не тролли здесь живут, а я, самая главная троллиха, бабушка всех троллей. Понятно? Понятно. Только не раскусывайте Плямбуса, пожалуйста. А, значит, вот этого замухрышку зовут Плямбус. На вид он так не очень вкусный. Он невкусный, невкусный. Отпустите его. Зато ты выглядишь очень аппетитно. Иди сюда, я тебя съем, а его выпущу. Не верь ей. Ой, не верь, она нас обоих хочет слопать. Упрыгивай, скачи, и хоть ты увидишь, какой он есть, край земли. Вы вот зачем, значит, сюда шли на край земли посмотреть. Ну так нет здесь никакого края. Если вон на тот самый высокий камень залезть, землю вокруг далеко-далеко видно. Так что край, если и есть, то не близко. А мне и самой очень интересно узнать, какая она земля целиком. Говорят, есть такая штуковина. Посмотришь на нее и сразу как будто всю землю увидел. Очень мне хочется такую штуковину поглядеть, потрогать. Вот что, Прыгса, если ты мне такую вот принесешь, отпущу я вас обоих. Но торопись, не задерживайся, знай, что если к сроку не вернешься, сварю я супчик из твоего приятеля. Плямбус, не бойся, я вернусь. Я непременно принесу эту волшебную штуку. Удачи тебе, добрый Прыгса. И поторопись, поторопись. Ох, вот так история. Бедный Плямбус так хотел посмотреть на край света, а вот теперь сидит в плену у троллихи. И где же мне искать эту волшебную штуку? Да и что это за штука такая? Вот был бы здесь мой друг, волшебник в добрый путь, он бы что-нибудь посоветовал. Ой! Ну и ну. Наверное, шишку себе набил. Откуда здесь взялся этот противный камень? Когда я прыгал, его здесь не было. Я бы на твоем месте не называл меня противным. Прыгать надо поосторожнее. У меня вот теперь тоже шишка будет. Камень-то говорящий. Добрый, посмотри внимательно. Неужели ты меня не узнаешь? Не-а. Ну? Волшебничек дорогой! Тихо! Я от троллихи прячусь. А то опять пристанет. Подари ей волшебный тазик, который сам варенье из колючек варит. Замучила. Волшебничек дорогой, знаешь? Знаю. Я все знаю.
Во-первых, зря вы пошли искать край земли. И нету у нее краев. Как нет? А вот так. Она круглая, как шар. Или как мяч. Только огромный-огромный. И если все время прыгать, плыть, бежать в одну и ту же сторону, то непременно вернешься на то же самое место. Правда? Правда-правда. Нашлись такие люди. Проверили. И только ее так быстро не обойдешь. Не один год прыгать придется. Вот Плямпусу бы это рассказать. Ох, он удивился бы. Волшебничек в добрый путь, дорогой. Ну, тихо, тихо. Помоги Плямпуса выручить. Не могу. Ой. А вот гном-географ, а может... Гномов-то я много знаю. А вот кто такой географ? Это тот, кто изучает географию. Географию? Это что еще за штука? География – наука, правда, лучше всех наук. С нею что такое скука? Позабудешь ты, мой друг, если хочешь ты разведать все про дальние края. Те леса, пустыни, горы, океаны и моря. Если все про нашу землю интересно тебе знать, то тогда, конечно, нужно географию читать. География поможет дальних стран увидеть свет и на все твои вопросы точно даст тебе ответ. География поможет. Поможет все-все узнать про землю. Ура! А как мне найти гнома-географа? А вот перепрыгнешь через меня, увидишь дорожку и прям скачешь по ней в селение гномов. Они тебе и подскажут. Спасибо, спасибо. В добрый путь. Так, гном-географ, такую штуку, а то троллиха съест. Ой, что это за шум? А я тебе говорю, поскакушка! Она и есть поскакушка! Да чего же его тогда не видать-то? Вот и я говорю, бесполезно все это, так и будем здесь! А я говорю! Здравствуйте, уважаемые гномы! А? Прыгся! Ура! И вот кто нам поможет! У нас тут это... Мы того и... Ой, подождите, не шумите так. Что у вас случилось? Вот мы и говори. Мы ему, а он, значит, нам. Ну и не видать, значит. И вот мы. И вот мы и того. Так, что-то я ничего не понял. Ну-ка, расскажите по порядку. Вот мы по порядку и рассказываем. Ну, тут, в лесочке, мы всегда грибы, ягоды там. Собираем, значит. А он говорит нам. Да кто он? Да медведь. Он у нас и того. Колдун немножко. Да, немножко. Гляди-ка, как раз и все, и еще как раз, и много даже. Да если бы и много, он бы тебя вообще самого. А может... И лучше... А ну, тихо. Медведь-колдун, это я понял. А дальше? Ну, говорит, вы здесь туда-сюда ходите. И ягоды без спроса собираете. А какой такой спрос? Мы всегда... Через поскакушку туда-сюда бегаете. А что она есть такое? И не знаете? А чего знать-то? Поскакушка, она и есть поскакушка. А он лапы как взбаханет. И исчез. Медведь? Мост! А нам домой. Пока, говорит, не узнаете, что такое поскакушка. Мост... И не увидите. А чего узнавать-то? Поскакушка? Она есть поскакушка. Да? А вот мост куда? А вот и вот. А он тихо! Тихо! Прыц, помоги нам. Нам домой. Да что за поскакушка? Лягушка, что ли? Ты что? Какая лягушка? Мы в ней бороды моем.
баня? Да какая же баня, когда в ней рыба? Рыба бывает в магазине, в пруду, в озере. Ишь ты, слова какие, говорит, непонятные. Вы что, не знаете, что такое пруд, озеро? А чего нам их знать? Моста, как не видно было раньше, так и сейчас. Ну это такое, где вода. Вода, она везде вода. Вот и поскакушка. Ну а где ваша поскакушка? Ой, да вот она! Вот это? Ну тогда я вам помогу. Слушайте. Всюду слышу, омывая, полный катит океан, и его переплывая, с ним не шутит капитан. Хоть и меньше океана, море тоже велико, волны быстрые, соленые, катит в океан оно. Ну а если вокруг суша, среди суши водоем, то такие водоемы озером мы назовем. Если от истоков мчится, набирая мощь вода, и течет она, струится справа, слева берега. Очень трудно ошибиться в том, что здесь течет река. Ишь ты, что же это получается? Поскакушка-то у нас река, мост! Мост появился! Ой, спасибо тебе, Прикса! Пожалуйста, уважаемые гномы, а не подскажете ли, где мне найти гнома-географа? Этого-то? А чего его искать? Сидит себе, чего-то пишет, рисует. Не поймешь его. Мне очень нужно. Ну, коли нужно, так пойдем с нами через мост. А там, вон, видишь, на отшибе домик. Так там он и живет. Спасибо, но я попрыгал. До свидания, река поскакушка. А я-то думал. Ну, как я-то думал. А? Ой, вот и Заходите. Дверь открыта. Здравствуйте. Здесь живет гном-географ. Здравствуйте. Это я. А вы кто? Я Таври Брикса. Ой, как у вас интересно. А что это у вас на стенках висит? Это, молодой человек, географические карты. На них изображены моря, океаны, горы, пустыни, реки, страны и города. Красота! Да чего интересно! А что привело тебя ко мне? Видите ли, моего друга Плямпуса поймала троллиха и сказала, что съест его, если я не принесу ей такую волшебную штуку, на которую взглянешь и сразу всю землю увидишь. И ты пришел ко мне, надеясь, что я дам тебе эту волшебную вещь? Да. Очень Плямпуса жалко, а то она из него суп сварит. Да. А у вас что, нет такой штуки? Ну, как не быть. Есть. И Плямпуса мне твоего жаль. Но если хочешь, чтоб я тебе помог, и ты помоги мне. С удовольствием. Понимаешь, приходил ко мне один знаменитый путешественник. И здравствуй, гном-географ. Здравствуй, гном-путешественник. Слышал я, ты географические карты собираешь. Это называется коллекционировать. Ну, коллекционируешь. Плыл я по морю на корабле, и попалась мне бутылка. А в бутылке записка. Вот, погляди. Где-то тут, неподалеку от твоего дома, спрятали пираты старинную карту. Мне-то некогда, а ты, может, найдешь. Так. Вот так попала ко мне эта записка. Посмотри, Прикса, я уже старенький,
Мне самому не под силу поисками заниматься. А ты найди карту. Дам тебе заветную вещицу. Ух ты, какими буквами написано. Там, где живут гномики, где стоят их домики, среди воды земли кусочек, доберись туда, дружочек. Посреди земли гора, а в горе одна дыра. Если кто в дыру войдет, карту старую найдет. Да, не очень понятно, но я постараюсь изо всех сил. Я жду тебя, Табри Прикса. Прикс как? Вон домики гномов. А где же вода? А, речка, Пускакушка. Вот она, вода. Среди воды земли кусочек. Что же это такое? Догадался, это же островок. Вон, посреди речки. Земля со всех сторон, окруженная водой. Так, допрыгну. Допрыгну. Эх! А вот и гора. А в горе дыра. Пещера. Ох, темноватенько, холодноватенько, страшноватенько. Но Плямпусу еще страшней. Если ты прыгся, значит, вперед. Бррр, паутина. Ура! Вот она, карта! Скорей к гному-географу! Принес, принес! Ну-ка, 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 давай ее сюда. Ах, какая красота! Смотри, Табри Прыгса. Это очень старинная карта. А ты любишь рассматривать географические карты? Если честно, то я у вас их в первый раз увидел. Да ты что? Обязательно научись понимать географические карты. По ним ты сможешь узнать много нового интересного о Земле. А вот и волшебная вещь, о которой мы говорили. Ой, шарик кругленький. А он похож на географическую карту. Это глобус. Такой круглый мячик, который изображает всю-всю Землю. Смотри, вот голубым на нем нарисованы океаны, моря, реки, озера, а желтым и коричневым – пустыни, горы, зеленым – равнины. И что же получается, что мы, как невиданные великаны, можем увидеть всю Землю разом и даже подержать ее в руках? Ну, конечно, не саму Землю, а глобус. Все равно, как будто Землю. Ну что же, Табри Прыгса, этот глобус твой. Скачи, спасай своего Плямпуса. Спасибо, до свидания. Счастливой дороги! Прыг по тропинке за поворот. Прыгсы такой любопытный народ. Хочется прыгсам все тайны раскрыть, про все разузнать и все изучить. Эй, троллиха! Кто меня зовет? А, это ты, Прыгса. Отпускай Плямпуса. Какого такого Плямпуса? Ты что, его съела? Ой, бедный Плямпус. Да будет тебе убиваться. Жив, здоров твой Плямпус. А принес ты волшебную штуковину? Принес. Покажи. А ты сначала Плямпуса покажи. Плямпусик, иди сюда. Прыгса пришел. Прыгса! Здравствуй, Прыгса! Как дела? А ты почему не связан? А мы, видишь, и подружились с троллихой. Не такая уж она и злая. Она меня варенье учит варить. Вот здорово. А мне дадите попробовать? Дадим, дадим. Ну, показывай. Вот. Ой, шарик. Это не шарик. Это называется глобус. Он изображает всю нашу Землю. Вот на нем моря, океаны, горы, пустыни. Ох, так что ж получается? Наша Земля круглая, как арбуз? Ага. Как мяч? Ну, только очень огромный мяч. Так что, выходит, нет у нее края? Выходит, нет. Вот и хорошо выходит. Значит, тебе, Плямпусик, никуда ходить не надо, раз края-то нет.
Оставайся у меня. Варенье будем варить. Я тебе еще пирожки печь научу. С колючками вкусные. Будем с тобой глобус изучать. Изучать глобус? А ведь это так же интересно, как и путешествовать. Пожалуй, останусь. А ты, Прыкса? Нет, мне надо дальше. Ведь мои приключения только начинаются. А на Земле столько всего интересного. Ну что же, спасибо тебе. И добрый путь, Табри Прыкса. Опять меня кто-то зовет? Нет? А, это вы прощаетесь с Табри Прыксой. Ну что ж, я рад, что успел прийти и проводить Табри навстречу новым приключениям. Эй-ги-ги! Прыкса! Держи уши торчком, хохолок по ветру, веселой дороги, доброго пути! География наука, право лучше всех наук. Скука, позабудешь ты, мой друг, если хочешь ты разведать все про дальние края, те леса, пустыни, горы, океаны и моря. Если все про нашу землю интересно тебе знать, то тогда, конечно, нужно географию читать. География поможет дальних стран увидеть свет, и на все твои вопросы точно даст тебе ответ.